Почему ты так хочешь разозлить сразу две группы убийц? Я мститель, их все любят. На самом деле мнения о них противоречивы. Не у фолловеров DeadSec. Мы портим жизнь плохим ребятам, мы получаем подписчиков. Все просто. Звучит логично. Наведусь к Шу и узнаю, что они задумали. Попробуйте наши лучшие блюда. Здорово, игроманьяки! С вами Джейсон, канал True Mania Games. Я вышел тут на след Эйдена Пирса. Ну как вышел? Еще не вышел, но выйду в перспективе. Хотел вам показать, как начать серию дополнительных миссий в игре Watch Dogs, чтобы выйти на эту миссию, чтобы найти нашего легендарного хакера. Свое начало миссии подобного рода берутся здесь, в китайском квартале Чайнатаун. Вы перемещаетесь сюда, попадаете в этот ресторанчик. Еще раз посмотрим. Я быстро показал, возможно. Разговариваете вот с этим парнем, и он вам дает наводку на следующего члена банды. Все дело в китайской мафии, теме похищения людей. Нужно отправиться теперь в эту точку, и дополнительная операция тени стала доступна. Надеюсь, это будет вам полезно, когда вы сами будете искать ответ на вопрос, как же начать серию дополнительных миссий в поисках Эйдена Пирса. Давайте переместимся на точку и встретимся уже на месте. Прибыв на точку, мы с вами попадаем в закрытую зону, где восседает наш товарищ. Нам нужно будет взломать его телефон, и прежде чем взломать его телефон, наверное, нейтрализовать пару парней. Смотрим, что еще мы здесь видим. Мы видим здесь песика. От дрянь. От же дрянь. Можно хакнуть его телефон. Привет, мужик. Твою мать. И еще один где-то тут остался за углом. Отдыхай, дружище. Так, можно заодно забрать деньги. Где-то здесь лежат. Сумка, сумка, сумка. Нет, не сумка. Всего-то 4000 долларов. После того, как разобрались с этими ребятами, направляемся, разумеется, к следующей точке. Черт, кажется, я все пропустил. Может, ничего не было? Нет, тут что-то пошло не так. Это место преступления. Интересно. И после прибытия на точку мы видим, что здесь лежат гильзы от дробовика, куча крови, и кровь ведет в этот контейнер. Чтобы добраться до контейнера, мы используем с вами квадрокоптер. Облетаем. Залетаем внутрь. Что? Ах, и видим. И видим здесь кучу трупов. Кучу трупов. Как женщин, так и мужчин, насколько я понимаю. Или только мужчин. Эйден Пирс скоро будет у вас. Этот псих идет по следам, ведущим от Квина. Живо делайте оттуда ноги. Живо! Проверьте GPS. Встретимся на месте. Загоним его в ловушку. Надеюсь, ты наконец прослушал сообщение. И вот она, первая информация о Эйдене Пирсе. О чем наверняка Маркус сейчас поделится с коллегами. Срань господня! Что? Здесь был Эйден Пирс. О чем ты говоришь? Здесь трупы. Это китайцы и братва. Их убил Пирс, а я в это вляпался. Мститель из Чикаго? Да. Он идет в ловушку. Надо помочь ему. И вот мы уже вышли на след Эйдена Пирса и направляемся на следующую точку. Увидимся с вами на месте. Мы прибыли с вами на точку. Нас интересует вот этот проход на закрытую территорию, опять же. Где-то здесь.
Нам нужно что-то найти, но не зря здесь есть лазейка для нашего джампера. Насколько это необходимо, ну, чтобы не попасться, я думаю. Хотя, на первый взгляд, здесь никого не видно. Ага. Я тебе скажу кое-чего. На первый взгляд не видно, но по факту-то охраны здесь хватает. Скотина. Ладно, пойду собственноручно поздороваюсь с ребятами. Где мой ствол? Где мой ствол? Мой ствол, вот он. Самое время применить наши пухи. Это братва. Ее можно гасить. Ее можно гасить. Это русский, что ли? Чё ж керишься? Это же братва и китайцы враждуют между собой, насколько я понимаю. Нашёл укрытие! Ну давай, выходи. Я его ты там чё? Видел. Иди сюда. Куда ты пошел-то? Козел. Ладно, не суть. Нам нужно спуститься, да? Где здесь спуск? Где-то здесь. Больше охраны здесь нет. Открываем дверь. И подключаемся к CTOS. И наблюдаем с вами Эйдена. Похоже, Пирса. Похоже, ты серьезно влип на этот раз. Хватит трепаться, помоги ему! Поймали, дружище. А? Это твой шанс. Хитрый лес. Это твой шанс. Быстро же ты сориентировался. Мы помогли ему сбежать. Да, детка, я валю. Ага, не так просто. А я быстрее. Я не понял. Кого ты назвал сукой? Вы запустили питание, думаете, самые крутые, что ли, парни? Открывать не будем. По идее, у меня же тоже есть блэкаут. Где-то был. Сейчас. Текст. Общее отключение. По-моему, оно же. И все. А дверь не открывается. Какого хера? Только после этого почему-то дверь стала зеленой. Хрень какая-то. В принципе, можем валить отсюда. Пока-пока, дружище. Где мой байк? Не знаю, удостоит ли нас встреча с Эйденом Пирсом. Ребята, я напарник Эйдена Пирса. Да ты шутишь. Не, это точно он. Лис. Ты его сфоткал? Нет, не хочу, чтобы он за мной пришел. Он пугает меня до смерти. Уничтожил мафию бандитов. Один остановил торговлю людьми. Ты же сказал, вы напарники. Эй! Он бы умер, если бы не я. Ага. Что? Серьезно? Я спас его.
Ну и на этом, собственно, заканчивается, по-моему, история Эйдена Пирса в игре Watch Dogs 2. На самом деле больше ничего нам не предоставляется сделать. Нам дают его наряд, который мы можем прикинуть и одеть. Кстати, давайте посмотрим, как будет выглядеть Маркус в прикиде Эйдена Пирса. Довольно любопытное, наверное, зрелище. И, собственно говоря, вот так вот выглядит Маркус, примерив наряд Эйдена Пирса. Нам дали только верх и кепочку. Остальные шмотки Маркуса непосредственно. Ну, не очень идет ему этот наряд, буду я вынужден признаться, но... Тем не менее, мы прошли, с вами нашли, помогли Эйдена Пирса, и это был Watch Dogs 2. С вами был Джейсон, канал Trumania Games. Не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал. Рассказывайте друзьям. Всем удачи и пока, ребят.